Всем привет, с вами как всегда Рампал. Попал на точку 124.66, это на Янтарке, решил половить для удовольствия. В принципе, говорили, что здесь заходит немного цветной карп. И, в принципе, да, меня не обманули. Здесь заходит зеркалка в основном, правда, это Альбинос, это Призрак и Star Wars. В принципе, в начале вы Star Wars увидели, также зашли мне пару цветных зеркалок, это Призраки. Это находится на карте, вы видите где. Также все заходит у нас на свежую малину с клубникой. Дип клубника, ПВАшка дальше, сборка у вас также будет дальше. Пробовал на чесночное, но на чесночное более хуже, более мельче идет. Идет чешуйка в основном, даже зеркалки меньше нету. И заскакивает нет-нет голый. Но голый также намного лучше. Намного лучше, в принципе, на фруктовые бойлы также. И более активно. Да, фарм не сказал бы, что прям огонь и очень-очень много. Но, в принципе, можно посидеть, высидеть, может быть, закроете трофея. И вам будет еще плюс одна звездочка пофармить, плюс 250 плюс, стабильно в час идет. Так что вам всем большое спасибо, не забывайте оставлять комментарии, лайк и подписка, и будет мне приятно. Вам всем всего доброго, всем пока-пока.